Да там бензина же нет, надо прокачать чуть-чуть. Ну все, хрюкаю. Так, ну-ка, давай-ка мне мой инструмент. В варежках как-то не это. Не айс. Сидит. Ну, похоже. Сейчас посмотрим, как он там засекся. Ну вот, первый пошел. Личинку стрекозы. Че, мило? У меня тоже сейчас поклевка была. Но, видимо, мелочь. Есть.
кушок, похоже тоже. О, ты глянь. Бершик. Клыков не вижу. Берш. Берш? Да. А зубов нет, да? Ну да. Ну, видишь? Угу. Берем? Берем, конечно. Берша можно любого. Запулил. Че, в камыш? Да чуть-чуть. Почти в камыш. Вроде обошло. Есть. Это что-то покрупнее. Только я не пойму, рыба ли это. Ну, достань на всякий пожарный. Рыба. Рыба? А, я его забагрил, походу. Нет, с клыками. Че, отпустить? Да ну, забагрённый. Че, может, я тоже стрекозу прицепить? Ну, сейчас посмотрим. Одна поклевка была. А тебе пять было. Три реализованных. Оп. Сошел. Сошел. Кто-то там плеснул. Угу. Ну да, вот здесь. Я не понял. Чё-то непонятно. Тюкнуло хорошо, а
Судак. С клыками. В резиновых сапогах не кайф ногам, да? Вот уже шерстяные носки. Да. Не пойму, у меня на тюльпанчике перехлестнулось, что ли, как-то? Я не вижу. Сейчас вроде легче стало. Клёвка была, да? На паузе. Прям дернул удочку. Тоже сейчас поклевку было. Понял, особо далеко и не надо бросать. Ну тут где-то метрах вот в 10 выход, судя по всему. Ну, да. О, понял. Сожрали? Откусили, да. Ну доставай тогда две и мне заодно поменяй. Ой. Нормально, нормально. Поклевка. Похоже, что чуть покрупнее. Да. Чуть-чуть. Кстати. Да не. А. Вот тут, кстати, держи проходит. Да нет, вроде есть клыки. Ну, я его отпущу, мелкий. Ну, смотри. Ну до протоки все равно надо будет дойти. Okay. Вдруг там что-то поинтереснее. Сейчас посмотрим. На солнышко фигово смотри. Ну да. Сразу. Ага. Ну это скорее всего окунь был. Потому ну, что да, потеребило прям. Обычно. Попробую камышу забросить. Может окунюк появился. Ну, в эту сторону приятнее смотреть. А то как китаец.
по-моему, забагрил опять. Капюшон? Ну, да сейчас, если ветерок подует, то... Не, ну на солнце ты спрашиваешь. То сразу и оденешь. Видно, тут воду крутит, смотри. Ну, вообще, даже вот под тем берегом течение есть. Не обращал внимания, сколько поплавок кидал, никогда не видел. Ну, зимой вот я прям отчетливо его там ощущал. Сошел. Сошел. Поклевка была, да. Даже чуть-чуть посидел. Вот теперь сидит. Опять сошел, гад. Сейчас кого-нибудь, значит, это зацеплю. Опять поклевка была. Видел? Странно. Да, попей. Видел. Ну давай поменяем крючок на такой открытый. Сейчас. Коряк нет, можно хоть с тройником бросать. Забагрил, наверное. Что-то тяжело поднимается. А, не. Сейчас попрет. Зараза. Резкая такая поклевка, как окуневая. Нет. Наверное, окунёк и клюет.
Окунёк не хочет. Говорил. Похоже, что зацепил. Обогрённый, по-моему. Ну, запасть, по крайней мере. За голову, вернее. Ну, чё? Да отпусти его, вроде целенький. Ладно, живи. В следующем году поймаю. Я отпущу. Честно. Отдай. Отдай, говорю. Что-то покрупнее, похоже. Либо за бок. Либо поперек, да. Ну, не сильно, но потяжелее. Ну, вот такой же. Мась бойкий. Не выдержал. Мужик тоже вышел оттуда, да? Дальше здесь тоже ямки нет, но зимой, значит, там тоже что-то. Куска ловить. А может и белый рыб. Ну он как-то без поклевки повис просто, ну, вот на подтяжке. Такая же хрень. Не хочет нападать. Сейчас просто хапнет. Попробую в ту сторону забросить. Сразу глаза отдыхают. Сидит? Ничего себе. Ну-ка. Дай запечатлеем это дело. Офигеть, взял по-честному. Слушай, это не карась, это сазанчик. Сазан... Вон, смотри, усики. Усики есть. Обалдеть. Да уж. Дергает как окунь.
Я на видео такое видел, но думал, это подстава какая-то. Первый раз в жизни. За 62 года. Ну это как я тогда окуня на хлеб поймал. Куда я забросил, не вижу. А, вон, вижу. Ладно, давай я пока сюда закину. Может, так уёб клюёт? Да чё-то не клюёт-то. Клюнул. Да, может, мне тоже зелёную пристегнуть? Ну, нельзя. Там еще ходит легенда, что вот с этим съедобным силиконом надо паузу небольшую делать. Потому что рыба сразу не это, не выплевывает его. Она наоборот пытается проглотить. Но это надо выдержку тренировать, чтобы не дернуть. Оттаяло, уключено. Ну да, небольшой тоже это. Ой, ну отпущу, это уж совсем малыш. Да. Трофей. Виснет просто на крючке. Трудно сказать. Забагрился, наверное, раз всплыл.
Да нет, не забагрился. Ну че? Цепляй для счета. Вот гад вцепился как компостером. Ну, отпущу я его. Отпуск. Мелкий. Или опять сазанчик или окунь бьется, блин, здорово, смотри. Смирился. На сегодняшнего времени. Подтяни чуть фрикцион, чтобы он так не спускал.